Ну, наконец-то. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, ребят, стопе. Стопе. Эй, хорош. Ребят, жопа жука выползла. Вы видите это, да? Что делать-то? Куда деваться-то? Фу! Бляха-муха, в рот компот, а! Ребят! Здравствуйте. Ну чё, как меня сам? Меня зовут Аманда Рип. А, это робот. Мне нужна помощь. Присядьте, пожалуйста. Вами скоро займутся. Ага. Сейчас с тобой скоро займутся, дебил. Тут андроиды. Пипец, тут все умирают. Тут жопа, короче, происходит на базе. Он говорит, присядьте, вами скоро займутся. И здесь, короче, бюрократия, очередь. Я должен восстановить дальнюю связь. Станция в опасности. Прекратите истерику. А ну прочь с дороги. Ай-яй-яй. Давайте по-хорошему. Нихе. Они еще и барагозят, смотрите, а. Писец. То есть это что, блин, помимо чужого, который здесь шляется, это еще и роботы еще восстали. Нихе, он его ушатал. В рот компот, ребят, у него башка, короче, расклеилась, блин. Мозги на стене. Слушай, а они что это самое? Они нормальные вообще, нет? Да. Что тут не так? Вам сюда не приятно. Эй, братан! Ребят, я что-то не понял, в них сколько надо патронов-то всадить, а? Что за пределы? Эй, подожди, пацанчик. Постой. Че, и мне еще голову расшибешь, что ли, а? Сейчас я тебя, блин, на, держи, блин. Леща, блин. Придурок, блин, не в ту сторону бегу. Да пошел ты. Ребят, подождите секундочку, что-то вообще какой-то беспредел, блин. Робота беспредел. А чё, какие два патрона-то, блин, у меня было 17 патронов. Вы что, погнали, что ли, а? Так почему дальше-то стрелять не могу? Чё с***-то? Пошёл ты, блин, козёл. Да подожди. Какие-то истерики нету никакой. Блин, ребят, почему патронов-то не хватает? Я ничего не понимаю, а? Или что, каждый патрон по одному, что ли, заряжать? Я ничего не понял. Блин, куда бежать-то? Опа, отлично. Еще один остался. Все, братан, стой. Фух. Как мой лысый череп, короче. Ребят, вроде справились. Оказывается, нужно каждый патрон заряжать сюда. Так, ребят, ну стоим, молчим, ничего не трогаем. Слушайте, какие-то они, блин, все эти самые нервные, эти киборги. Братан, я тебе обязательно отвечу. Ты понимаешь, в какой ситуации я оказался? Ну что ты меня барагозишь? Так, аккуратно. Опять этот звук, блин. Опа, вот они. Ребят, бегом. Залазь, девочка. Быстрей. Фух. Етить твоя ля, а. Короче, как мы хорошо, блин, успели. Пошел ты в жопу. Пошел в жопу. Дай уйду. Пошел ты в очко, блин, а? Я не знаю, что это за дурь-то такая? Почему она мне попадается-то прям везде, а? Я ей говорил, что кирпичная кладка сегодня будет, а? Просто кирпичная кладка.
Это сверху чужой за тобой лазит, тебе жена еще не колотит от таких кирпичей, блин. Саш, я не знаю, сейчас они точно проснутся, блин, и точно мне нахлобучат, блин. Я даже побоялся, братья, что-то сказать. Я просто вообще сейчас только что, блин, подсыкнул. Сейчас убежим, братцы, сейчас убежим, я надеюсь. Воу! Пошел ты! Блин. Ребят, смотрите. Говна кусок, а? Че, еще и вернулся? Пошел, я тебя сейчас болтом от... Вы слышали, короче, да? Вы вообще поняли этот прикол? Он просто услышал тупо, как я дверь открыл, а? Блин. Влив дуй, пишет Бугор. Бугор подсказал. Бугор понимает, что я немножко не это самое. Сейчас тяжело у меня с ориентацией. Поэтому Бугор сразу... Ну, в смысле с ориентацией. Оу май! Все, я пошел по-быстрому. Давай, закрывайся, дверь за мной. Закрывайся сразу же. Не подходи. Куда? Где он? Пошел нахер, блин! Пошел нахер, я сказал! Да пошел ты! Ребят, фундамент у нас уже готов. Фундамент я уже выложил, за это можете не переживать. Сейчас начнем уже перекрытие, первый этаж. Фундамент уже есть 100%. Тихо, мальчик, спокойно. Тебя никто не трогал, меня здесь нету. Это все тебе кажется, мираж. Хорош, больше боярышником не балуйся. Все нормально. О, блин. А, ты коктейль Молотова забыл сделать. Я сейчас и сам из себя сделаю коктейль Молотова. Уже дай я ему ногти отобью. Surprise, motherfucker. Да пошел ты нахер, ты что еще смотришь? Бугор, вот реально в жопу тебя, Бугор. Чтобы еще раз я тебя послушался. Блин. Слушай, в танке сидел бы, играл бы нормально, на ИСе бы ездил бы спокойно, скорпиончиком бы фармил, блин, с пацанами, с нормальными бы общался. Тут с кем общаться-то? Подожди, четвертый надо перезарядиться, и пятый... Да еб твою так! Господи. Ребят, простите, пожалуйста, а. Про микрофон, потому что тут пока... Я не знаю, выжить надо как-то, выжить любой ценой. Ва! Да ёб твою так, ты чё, блин? Как я про этого петуха-то забыл, а? Нахер меня опять послали в эту игру играть, а? Играли бы что-нибудь, Counter-Strike бы сейчас бы играли бы, GTA-шку бы сейчас играли бы. Что-то веселое. Вот так вот сраться? Это кто-то специально сделал, Бугор. Бугор и его команда. Владос и Володька. Бугор и его команда, да, я за них уже все понял. Опа! Так, как это? Да блин! Да подожди, вот там звуковой генератор, меня здесь не было! Меня не было здесь! Меня здесь нету! Да и здесь меня нету! Твоё-то лешего, а! Вот детина, а недоразвитая. Сзади меня? Он сзади меня? Скажите, что он сзади меня! Он сзади меня?
Бля. Пошел ты на... А как? Куда? Куда? Кого? Чего? Нет. Надо не сюда идти. Сюда дверь. Закрыто. Под лавку лезь. Где звуковая херня? Спокойно. Так, ребят, секундочку. Брат, хорошо ты теперь вреда... Ай! Да ёп! Блин, вон он! Вот этот, куда? Куда деться? Куда уйти? Пошёл нахер! Пошёл! Я не хотел играть в эту игру ночью. Бугор. Жопа жука. А чё здесь за код? Один. Как там, как код-то было? А, всё, вспомнил код. Пошёл ты, пошёл! Фу, блин! Твою-то мать, а! Слушай, как тут не это самое? Как я еще... Ребят, я даже, честно, я вам скажу, я даже в шоке сам, почему я еще не матерюсь так, как я умею материться. Но мне уже, короче, хероватенько. Стоп, 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 стоп. Эй, пошел в жопу! Пошел! Бля, сердце, а! Да вы гоните! Сейчас мы тихонечко, тихонечко. Как этот самый... Да срать тебя, насрать! Ну как я мог опять под этот люк подойти? Я уже все сделал нормально. В жопу этих чужих и эти люки, а? Так, настроиться. Игорюха, настраивайся. Все. Добраться до шлюза. Какой херам шлюз? Да пошел! Не подходи, не подходи! Да, на что нажать, на что нажать? Я расхерачу этот монитор, расхерачу его скоро. Ох ты, ёп! Да ну нахер ты клужат! Почему я туда-то иду-то именно, где ты стоишь, а? Блять, я не пройду эту игру вообще никогда, а? С этим бугром... Игорёх, а зачем ты играешь на низком уровне сложности? Игорёх, а давай поставь самый тяжелый уровень сложности. Так будет интереснее смотреть. Так будет интереснее играть, блин. Шел бы сам бы доиграл бы, блин, а? Мне надо сейчас свои нервы просто делать, блин. Я сейчас в танках буду дергаться вот так вот. У меня будет мышка скакать, и я хрен вообще в кого попаду. После твоих этих, блин, исполнений. Ну, кто вы? Где, бля? Да... Да, блин, хорошо. Где он? Где? Пошел нахер! Петух! Чтоб я еще разок поддался на эту тему, а?